Да, ребят, всем привет. 4 декабря 2019 год, Риолинда, Калифорния. И сегодня хочу показать вот такие интересные черенки, да, или обрезки. Две ветви. У меня буквально несколько дней назад у меня приезжало два человека с соседнего города Элгров у нас на юге Сакраменто. И они приезжали. Один из них купил у меня два деревца Джанис Кадота. И его товарищ с ним приехал. Ну, они греки по национальности. Ну, такие пожилые люди. Лет за 60. Ну, любители. И вот его товарищ вот мне привез подарок. Вот такие два отрезка. Вот это и это. Но он сказал, что этот сорт называется... вернее, фига, он сорт конкретно не знает, это армянин, армянская. И говорит, что дерево полукарликовое, то есть растет не быстро, очень вкусные плоды, желтого цвета, очень крупные. И, ну, то, что я вот как бы увидел, это необычный лист, видите, у них практически нет на... то есть одиночная лопасть у него, вот удивительно, первый раз такой сорт вижу. И ожидаю пакетов моих, в которых я укореняю черенки. И потом покажу далее. Ну, тут хорошо, тут видите, у меня такие две хорошие ветки. Тут можно несколько, как минимум с одной ветки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Минимум 6-7 черенков сделать. Вот такая красотища. Сейчас они пока у меня водички стоят. Да, вот то у меня, видите... Мои первые Black Madeira и Figa Preta. Пока я не вижу прогресса. Но я их проверял, они и не умерли, они живые. То есть пока они как бы вот тормознулись. И, тоже я думаю, пересажу я в перлита, смесь сфагнума и перлита. И занесу в тепло и посмотрим. Все-таки я надеюсь, что так как эти черенки также присланы из Греции, думаю... Даже если это не те заявленные сорта, все равно я думаю, так как это черенки из Греции, то могут быть интересные растения. Я в любом случае хочу их укоренить и получить, посмотреть. А если это будут реально заявленные сорта, то это будет вообще the best. Все, всем спасибо.